И всем привет, с вами снова я, Эмилил. И это первая часть по Roblox. Так, теперь мы, короче, будем проходить Roblox. Тут у нас немного лагает. Мы играем на телефоне. Блин. Ай. Что происходит? Подождите, дайте я немного поднастрою. Что так? Не такой уж и большой паркур. В этой серии давайте постараемся пройти эту карту. Сейчас я сделаю немного. Не, ну реально, давайте постараемся сейчас пройти эту карту. Да. Это надолго. Поставьте лайки. Если я сейчас не пройду, значит, вы просто не ставите лайки. Вот Серёжа, Петя, вот сидите, вот не ставите лайки. Прикиньте, там сидят Серёжа и Петя, смотрят ролик. Вау! Вижу, ставите. Кто дизлайк поставил? А, тут тупо реально так же можно. Вот так все. Лайки поставили. Уйди. Нормально. Такс. И подписочку на канал, если у тебя не зяйка. Не зяйка, если. Не зяйка у тебя. Если не жалька, можно подписочку на каналчик, чтобы я выздоровел и записывал для вас только самые крутые видео. Вот, подписочку, пожалуйста. Подписочку на канале. Подписочку на канале. На канале. Вот я сегодня зяйку. Пожалуйста, чтобы я выздоровел. Мне не нравится, что он так подсвечивается зеленым. Это нормально. В смысле? Я уже думал то, что я сделал. Накаркал. Так. Ну, зон такой. Нормальный. Пишем любой комментарий. Чё? Нормально.
Кто-то лайк не поставил. Петя. Я вижу, что это ты. Блин, как это... Вот, вроде. Ну, ёпси-мопси, вот кто-то лайк не поставил. Что-то мне этот Роблокс не нравится. Подождите. Секундочку, надо настроить. Ну, ёпси-мопси. Вот. Нормально настроил. Все, давай. Что так? Я теперь здесь появляюсь нормально? Вот так я бессмертный в пару секунд. Хопа. 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 В чем смысл вот этой штуки? То, что ее легко пройти. А где там? Еще чуть-чуть осталось. Ша быстренько пройдем. Чекпоинт. Да вообще, блин, залагало. Нормально. Мы. У меня пока самый обычный скин. Напишите в комментах, как скин поменять. Ну, блин, ну как это проходит? Так. Ёпси-мопси, вот Петя не поставил лайк. Вот чувствует вообще, Петя лайк не поставил. Или Саша, вот Саша, либо Петя, вот прям чуйка. Теперь и Настя не поставила лайк с Аришей. Кстати, подписывайтесь на канал моей подруги, Аришка Малышка. Она недавно начала снимать, поэтому ее сложно будет найти. Так как мало подписчиков. Так что напишите, загуглите, типа, Аришка, малышка, прохождение паркура в Roblox. Вот так я, она точно поймет. Ну, ёпсель-мопсель, ну, Петя, Сережа, Саша, Настя, Юля, Полина, Костя, чего лайк не поставили? Вероника, Алена, Арам, Эмиль. А, теперь еще и Сережа, и Саша, и Кристина, и Линара, Ахмед. Кто это? Кого?
Нормально. Теперь только Сережа остался, и Костя, и Настя, не поставившиеся лайк. Вот я тебя не знаю, Настя, вот хитрая такая, да? Чего лайк не ставишь, да? Я ж тебя вижу. Вот через экран чувствую. У тебя родинка в подмышке, я угадал? Вот. Ё-моё, ну чё это, ну как это убрать? Почему она зелёная становится? Кто ещё лайк не поставил? Чуйка у меня. Костя, чё ты? Заткнись. И как это проходить? На что мне прыгать? Ну блин, заткнись. Не мешай мне проходить. А я высоко прыгаю? Ну, ёпсели, мопсы. Обязательно ставим лайки. Чтобы я выздоровел и видео не было моего кашля и тупого прохождения. Что я вот так вот прохожу из-за того, чтобы лайки не ставить. Вот Серёжа там. Костя. О, регаемся. Погнали, сейчас пройдем. Напишите в комментах, как убрать эту зеленую подсветку. Ой, это будет долго. Ой, господи, помилуй. Это будет очень долго. Давай, Сережа, вся надежда на тебя. Аня, кто еще? Смотрите, он проходит. Я, кажется, приловчился немножко. О, прохожу как с первого раза. Ладно, не с первого, со второго. О, все. Попытки? А нет, леденцы. Леденцы. Так, кстати, у меня появился новый попыт. Амонкас, только не такой обычный, а вот который бежит. Ну, ёпсель-мопсель. Музон. Самое время для музона. Давай уже. Нормалёк. Залагал. Ну, меня. Где муза? Я сейчас сгорю просто. После вот ролик закончится, я так кричусь. Так что, если вы услышите громкий крик, то знаете, это я. Потому что, мне кажется, мой крик будет на весь и 7-й, и 8-й, и 6-й микрорайон. Чекпоинт. Тут на красном нельзя. Ты, блин! Доикался, скоро доикаешься вот у меня. Я сейчас тебя
убью просто. Все. Я больше Roblox. С этого момента я больше Roblox не записывать никогда. Вот этот ролик запишу. И Roblox. Вот, вот 5 лайков не наберете, я вас прибью всех. То я падаю, то это девушка какая-то на мою голову прыгает. Блин, дай-ка сколько раз я этого сказал? 2? Почитайте в комментариях. Реально, не... Мне пофиг. Я почти прошел, я тебя сейчас убью. Сережа, я ж тебя знаю, ну поставь лайк. Ну, Сереж, ну, чё тебе просить? Ты же самодостаточно молодой человек. У меня нет слов. Просто нет слов. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. У меня столько нервов на это видео уходит. Не дай бог. Осталось еще чуть-чуть. Так, как я понимаю, на красненький наступать нельзя. Так, сейчас воспользуемся тактикой, которая у нас была в начале. Просто тупо... Чего мы начинаем со старта? Просто тупо прыгать вперед. Хопа. Так. Давай. Так, понимаете, я уже смеюсь, я уже скажу. Господи, что Roblox делает с людьми? Как люди проходят этот Roblox, не понимаю. А еще эти в радость играют, а я только ради вас играю, ребят. Если бы гнилы, я бы этот Roblox даже вот... Вот если бы кто-то мне про это слово сказал, я бы его убил. Тут все ради вас, вот лайков не будет, все. Считайте минус Эмиль. Я умер? Так непривычно задавать себе вопрос. Я умер? Там оставалось! Если не понимаете, если бы я с вебкой записывал... Дую на себя, чтобы не сдохнуть. Ну, ну, поставьте лайк. Хотя бы за старание 5 лайков. Можно? Я промолчу. Проматерюсь внутри себя. Я понял, я когда умру, короче, я же появлюсь это. С вот этой вот кружочком, и такой мне кружочек. Я думаю, пока у меня этот кружочек, я бессмертный. Наверное. Бессмертный может быть смертным. Ну, ё-моё, ну как? Ну я же прохожу это, господи. Видео стоит 20 минут, а я прохожу эту маленькую карту 20 минут, ребята. Хорошо тебе? Не мешай. Где? Я сейчас удалю этот телефон,
Вот, выкину его в окно. Собака! Даже три. Неужели? Ё-моё, что здесь надо сделать? Я вот с этим чуваком здесь прохожу. Ну, а что здесь делать надо? Я сейчас чуть... Ты специально? Уйди! Уйди, дурак. Он делает так, чтобы мы умерли. Я не знаю, что сейчас происходит внутри того чувака. Да он вышел с Роблокса, кажется. Который умер из-за этого. Ребят, никогда так не делайте. Чтобы вы понимали, я уже 30 минут это прохожу. Для вас, я не знаю, я смонтирую. Первый ролик с монтажом. Чек. Блин. Я буду это еще минут 40 проходить. Да ё-моё, зачем я пробел нажимаю? Какой пробел? Я же на телефоне играю. Ну ёпсель-мопсель, но я же ничего не делаю. Да ё! Я сейчас вас... Пока не говорите, пожалуйста. Поставьте. Это кто? Поставьте лайк, пожалуйста. А я чё, приловчился, что ли? Да ладно. Я чувака скину. Карма, да? Я его скину, он меня скинул. Уйди. Я первый прыгал. Ну иди, ну блин. Я не знаю, сколько минут для вас будет это войти. Но я уже записываю 40 минут почти. 36 минут 42 секунды для меня. Для вас я не знаю, что. Потому что я смонтирую. Легче умереть, чем вот это вот пройти. Вот, господи, какой человек это делает. Кто эту карту создал? Покажите мне его. Тос. У меня уже псих. Я больше никогда в Roblox не... Да ты нафига прыгаешь, когда я там стою? Извиняюсь, ребят. Не промолчать или это? Десять. Да ты, блин, надоела. Какого бывает? Чистить. Чё у меня?
Ничего себе, пьянок убирает. Сервис вот это нафиг не надо. Это мне. Вот что это такое? Что это за видео такие? Нормально по кайфу, что я это удаляю. Что это такое? Неизвестно. Достаточно я удалю для тебя. А? Теперь можно я в Roblox поиграю? Не говори то, что ты вылетела. Не говори мне это. Вот я вот и проходил. Не говорите то, что я сейчас сначала начну. Я сначала начал? Да, я сначала начал. Всем удачи, всем пока.